наше командование нас кинуло. Несколько военнослужащих оккупационной российской армии сдались в плен вооруженным силам Украины. Кадры пленных русских распространены в украинских телеграм-каналах. Военнопленные жалуются на отсутствие возможности покинуть армию легально. Солдатам сообщили, что они могут вернуться домой либо в гробу, либо с ранениями. В противном случае они будут расстреляны. Представляем вам кадры допроса военнослужащих, которые сдались в плен, чтобы остаться живыми. После того, как приехало наше командование, и мы сказали, что хотим уехать, был бой, нас взяли в плен, мы сдались. Привезли их в Белгород, сразу же обманули, отправили на территорию Украины на боевые действия. Побыв там несколько дней, поняли, что это неправильная война, хотели уйти с части, своим ходом, расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что отсюда мы уедем либо 200-ми, либо 300-ми. Если мы попробуем побежать, то что все в округе заминировано, и нас просто, говорит, в нас начнут стрелять наши же посты. И уехал. Когда мы поняли, что воевать здесь не с кем, то есть то, что здесь гражданские, никаких выцветов нету, опять же, то есть мы поняли то, что это полный бред. Когда артиллерия херачит по мирному населению, по жилым домам. Когда мы подошли к командиру и высказали желание о том, что мы хотим отсюда уехать, нам сказали то, что мы уедем отсюда либо 200-ми, либо 300-ми. Реальная ситуация в Украине какая? Люди встали, сплотились против русских, которые пришли и беспределят здесь по полной. Мародерство, грабят. Насилу.